Итак, вам нужно было выбить немцев из Ouais, on s'est Сен-Сальвадора. rendu compte une fois arrivé au château qu'on allait avoir un gros travail de déblaiement. On a vu une fois sur place que tout était démoli. Presque tout était détruit, sauf le château, une forteresse sur une colline. Ну, сержант, Сен-Савье есть крепость на холме. Вот дерьмо, вы только посмотрите! Вы уверены, что нам именно туда надо попасть? Должно быть, наши бомбили его, чтобы выкурить немцев. Но поскольку они пока что не упаковали вещички и не смылись, думаю, они просто так не сдадутся. Это наше задание. Простите, ребята. Ну, я думаю, что если у вас в голове дури достаточно, чтобы вломиться туда, то и у меня ее хватит. Мы говорили, что поможем вам, Дойл, но во имя Бога Всемогущего, если мы туда пойдем, нам же не вернуться. Тогда что ж, было приятно свидеться. Тот, кто прорвется на ту сторону живьем, выиграл. Пишите!
Ah!